Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, не пишь, не спишь, не сплю. О, алейкум ассаламу рахмату. Как вы, братва? Что такого смешного? Почему такой большой нос? Не знаю. То, что Всевышний дал, то есть, альхамдулилля, я не выбирал себе. Ва алейкум салам, Таджикистану тоже большой салам. Ильяс Адесани, UFC 300. Ильяс, помоги попасть в наше дело, я бои не делаю никому. Уалейкум ассалям. Деку, альхамдулилла, году цикабля. На какой машине ездишь? На любой. Он Ахчанмар и Топчи, Санхлаби и Шмуэл. Дружить лес годом. Я хочу хардкор. Иди тогда. О, алейкум салам, Франции тоже салам. Лес, брат, передай салам лезгинам. Ассаламу алейкум лезгинам. Как огонь горели их речи, но при встрече Ильяс тушил их, как тушит свечи. Да. Потренируемся, брат. С кем ушел следующий бой? Скоро узнаете. Сегодня переговоры как раз были насчет UFC, насчет замены UFC. Общались с президентом этого клуба нашего. На замену я сказал, они тоже сказали, готовы выйти. Если не на этот турнир, мы готовы будем, иншаллах, на следующий турнир Warriors, там может 90% Дана Уайт будет там присутствовать на этом турнире. Мне сказали, туда посмотрим, чтобы я там выступил. Не знаю, что будет дальше, посмотрим, иншаллах. К любому исходу. Мы готовы, мы скажем, альхамдулилля, это всего лишь спорт. Это бои. Поэтому самое главное в нашей жизни, хоть мы и грешные грешим, самое важное это то, что мы мусульмане, мы единобожники, мы верим в Аллаха. Альхамдулилля, вот это самое главное в нашей жизни. Остальное это все ерунда. И все тоже такие же люди, как и мы. Тренироваться, пахать, дисциплина, и все будет. Они тоже такие же люди, как из мяса. Как будто они, я не знаю, роботы, они необычные люди. Иншаллах, мы тоже тренируемся. Шара не выскочил бы. Я с братьями не дерусь. Шара мой брат. Нам предложили же бой в нашем деле за пояс драться. Мы оба отказались. Альхамдулилля. Что я не подрался с братом. Это спорт, конечно, но...
Это та же самая, брат, не думал пойти на президентскую серию Дана Уайт контент. Ну, это то же самое, Warriors, это тоже отборочные бои на UFC. 20-го будет Warriors турнир, 21-го UFC. 20-го Дана Уайт будет на этом турнире. Если они дадут шанс, мы сказали, что мы готовы на замену выскочить там тоже на Warriors. Там надо показать, выиграть зрелищно. Да, намаз это первый. Я намаз никогда не пропускаю, иншаллах. Зато я не успеваю всем отвечать, надо потихоньку читать. Ильяс, ассаламу алейкум. Азават, ойзе, он Даурбек. Ойзе, война остум. Они такие же люди, но их навыки намного выше. В чем у них навыки выше? Я умею бить, я умею бороться. Я тоже разносторонний боец. В чем их навыки выше? Я не считаю их такими. Да, топ-5, если сразу дадут топ-5 UFC, конечно, тяжело будет топ-5-10. Но они же не будут сразу же давать мне топ-5, топ-10. Это дураку ясно. Но у вас зависть у многих. Когда у человека получается что-то, вы завидуете многие. Это самый опасный признак человека – зависть. Наоборот, за человека надо радоваться, если у него получается что-то в жизни. А у вас намного такая злость бывает. Вы не любите, когда у вас тоже ничего не получается, потому что вы завистливы. Я не всем говорю, некоторым. Вы завидуете людям, когда у них что-то получается в этой жизни. И поэтому Всевышний Аллах вас наказывает за вашу эту грязную душу. Да и все, если не пободу, я не цель у меня такого, как цель. У любого бойца, спортсмена, кто выступает, у него всегда есть цель UFC попасть, потому что это лучшая организация в мире, кто бы что бы ни говорил, организация мирового уровня. Поэтому каждый хочет себя проверить. Я в парах стоял с этими UFC бойцами, многими. Я знаю. Я не считаю себя ниже. Конечно, тоже есть бойцы достойные уровня, намного выше меня тоже. Там есть топ-5, топ-10. Ну, я еще раз говорю, я сразу же, мне не дадут там топ-5, там Адесаню или там Стрикланда, или там Паулу Косте там. У меня тоже, поверьте мне, со мной тоже им нелегко будет. А я хочу дневнич, вообще яйца мои, вообще яйцо моя цари. Дневнич, вообще неинтересно мне. При встрече поговорим с ним тоже как надо. Ничего не слышал на меня. Вообще неинтересно. Посмотрим при встрече, какие смелые они. У меня сейчас тренировки и все. Вообще неинтересно. Хайп хочет, походу. Я помню, когда ты молился, был на конференции. Я тут, короче, в Дубае тренируюсь. Иншаллах, все получится.
Если не попадем в UFC, жизнь на этом не кончается. Будем дальше тоже тренироваться, посмотрим. Судьба, если нам предписана, попадем, если не предписана, то скажем, альхамдулля, в любом положении. Это спорт тут. И все. Я люблю тренироваться. Все, братва, берегите себя. Саламу алейкум.